Ну что ж, привет, мои хорошие подписчики. Сейчас посмотрим запись боя 2 на 2. Затерянная дорога. Не люблю эту карту. О, вообще говнище. Меня кинуло на самую дерьмовую возможную сторону на этой карте. Так, играю я с 11 рангом против 17 и 15 ранга вроде. Стандартная развертка, на голде бежим, собираем ящички. Два ящика собрал, три. Тут четыре. Нет, он заберет. Или я? Я вроде забрал. Да, вроде. Ну, без разницы, не суть. Четыре или пять ящиков, то есть. Это большая часть преимущества, так сказать. Вот. Так, наверное, звук чуток потих. Хотя вам, может, будет слабо слышно. Это меня, оно тут орет. Это запись звука плохая. Так, бежим в разведочку. Но в итоге не пробегаем. Тут два пеха. Сейчас шпехнут меня. Да-да-да. Вижу 4 цески. Понимаю, что парень, ну, дикий уже. У меня только третья строится. Так, бежим, 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 бежим четырьмя пехами. Все же надо разведать. Рискуем. Количеством давим. 11 ранг у меня вообще ботва сонная. Непонятно, как играет. Я только увидел, что тип только апает до второго ранга. Ой, до второго уровня, у меня уже второй. То есть логично, мы в равных условиях. Я ставлю 4 CS, он на втором. У него 5 CS уже, то есть, ну, парень сильный этот, получается, и оказался, наверное, 17 рангом. Я так и не понял. Колдую займ. Производство. Я играл без примака, не знал, против каких рангов играть. Надо было с самого начала голдить и до последнего без остановки. Я тормознул чуток. Так, и тут парень мой забегает тремя крепами, типа рашить собрался. Сейчас его шпехнуть, просто пехи развалят. Даже не почувствует его. Давай, ну смотри. Не, ну 11 ранг, тут пехи фуловые, походу. Да и крепа я неправильно сыграл. Хотя бы разведать бы заехал ради интереса. Тут первый уровень. Я понял, что дела не будет. Мощные противники. Ну, это переписка наша, это такое. Там за... Ну, короче, парень вообще очень редко играет. О, очень слабо играет. 11 ранг, все понятно. В принципе. Ну, мы тут что-то настраиваем. Да. Ну, я тут ему начал задвигать, что он, короче, рычет, но тупое. Нежно, так сказать, задвигать начал ему. Может, грубить. На второй раз играю, я понял, что человека нечего оскорблять, нечего ему внушать, потому что, ну, я сам, по сути, виноват, его принял, и, в общем, ну, типа, 2 на 2 для меня это не корм, ничего, я в PvP могу адекватно отыграть и пошпехать кого надо. А тут именно такое дело, просто там поштрикаться 2 на 2, и нормальная тема будет. Вот, там до Зевса вапнемся уже. Циклон обязательно надо, потому что разведка, блин, я без разведки вообще не могу, меня мандраж хватает вообще в этой игре без разведки. Потому что ранги вообще разные, там на больших рангах-то уже известно, кто чем играет. Тут я вижу Ягахам, понятное дело, халва одна. Я тут Зевса выдвигаю. Летим ко второму парню. Ну и палим, что у него тоже третий штабик и авиэйшн. Ну и все, я понял, что мне тут, короче, борода дырявая, и начал просто на голде шпехать Зевса в целую кучу. Боюсь в приоритете, понятное дело, Ягахама, цикло... Ой, кречет это дело такое, кучерявое. Прибежала армия пехов, я понял, что меня сейчас рашить будут. Вот. Врубаем голду атаку. В приоритете, конечно, повыбивать все броники. Бункерочек мой бедный держался как смог. Ну и кречет прилетел. Первая, 10-я минута, это уже понятно. Можно было бы кречетов 3 уже сделать. Но, так сказать, на раш парень напрягся и все. Ну и тут уже Ягахам, короче, выдвигается мне именно щи ломать. Так. 4-5 ягов, один дикий и чисто хам. Так, ставим этот штурмовые машины, чтобы были тайфунчики. Ну, такое дело именно.
Ну все, тут начинает уже шпехать именно мой заводик. Парень ко мне приехал, но смысла в этом не было, потому что там крепы. Я начинаю в туман принудительно. Короче, я там хам почти убил вроде. Да, он там, короче, в итоге смог раздефузить свой, и там вообще не будет у него хп. Я, короче, как баранишка. Стреляю именно на яга, забил вообще. Ну нормально, нормально сражался. Хам тут вот чисто на один выстрел остался. И все, он там вообще краснючий был. Ну и все. Так, тайфунов заказываем. Надо же отпивать кречет и как-то Зевса производим с одного штабика. Красное производство, это уже, так сказать, на последних силах тыкнул. Может, думаю, что-то еще выкурю с этого момента. Бункерочек тыкнул. Ну, короче, сдавать я не собирался, сдаваться. Но в итоге, заспойлерю вам, я сдамся. Поставил один завод и все. Ну, кречеты тут вообще слабые. Я их мог убивать, если противник боя, если бы союзник был моего ранга. Ну, тут все и так понятно, исход боя, и в итоге я и сдамся вроде бы сейчас. Я не помню. Да, в этом моменте я больше всего сдамся. Но я не видел смысла продолжать бой. Голду слил почем зря. Ну, особо и не слил. Вот. Такой бой получился. Скажу вам в итоге, что тратите голду, но тратьте, так сказать, хотя бы с умом. Не, если вас много, вам ее не жалко, никого за это не судим, типа. Против вас могут играть, и вы можете. Человек такой, народ эгоистичный именно. Вот. Против 17 и против 15 ранга. Так скажу. А если именно вы понимаете, что вы уже типа отдали заднюю и уже все там, у вас именно шпехнут сейчас. Не вижу смысла продолжать вообще бороться. Вот. Попросту я там сдался, потому что знал, что мой 11 не вывезет. А так у меня был стрик вроде с 9 побед. Именно чисто моих, да. Вот это 2, 4, 6, 7, да, 9, 9 или 10 побед. Одно пораженненько. Ну, дело такое. Все, ребятки, всем спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал. Всем удачи, всем пока.